Добро пожаловать на hinews.ru. Посмотрите 127-й выпуск нашего проекта «Это интересно». И сегодня мы начнем подводить итоги уходящего года, поговорив на тему самых необычных и важных изобретений и технологий 2015 года. И начнем, пожалуй, с необычных беспроводных наушников-вкладышей Hear от компании Doppler Labs из Нью-Йорка. Их разработка призвана помочь пользователю лучше слышать или не слышать окружающие звуки. Наушники оснащены системой Hear Active Listening, с помощью которой устройство выборочно корректирует поступающие звуки. Например, Hear могут увеличить громкость голоса собеседника, а остальные шумы отфильтровать, убрав или снизив их громкость. Создатели утверждают, что задержка звука при этом не превышает 30 микросекунд. Помимо этого, наушники можно использовать как внутриушной эквалайзер, позволяющий добавить музыке баса или наоборот высоких частот. Глава Doppler Labs Ной Крафт называет наушники Hear дополненной аудиореальностью. Изначально они были разработаны для использования музыкантами на концертах, но теперь доступны всем желающим. Также одним из знаковых изобретений года можно назвать ховерборд – летающую доску из фильма «Назад в будущее». В 2015 году свою разработку под названием Slide представила компания Lexus. В основе доски, изготовленной из бамбука, лежат сверхпроводники, охлажденные жидким азотом, и магниты. А в оформлении ховерборда присутствует элемент решеток радиатора автомобилей компании. Когда человек запрыгивает на ховерборд, устройство использует пару электрических гироскопов, по одному под каждой ступней, чтобы сбалансироваться автоматически. А управляется борд переносом веса тела. Стоит также отметить, что разработка Lexus может парить не только над твердой поверхностью, но и над водой. К слову, оригинальный ховерборд из фильма «Назад в будущее» такой возможностью не обладал. Не могли мы обойти стороной и медицинские разработки. Так, цифровой стетоскоп EcoCore уже в ближайшем будущем сможет существенно сократить количество ошибок при постановке диагнозов и позволит отказаться от дорогостоящих тестов вроде эхокардиографии. Подключив адаптер к обычному стетоскопу, можно будет заглушить звук сердечных ритмов в смартфон. Затем приложение проанализирует звук и сравнит его со сделанными ранее записями. В результате будут выявлены шумы, аномалии сердечного клапана и другие нарушения, которые невозможно уловить человеческим ухом. А настольная ДНК-лаборатория Juno способна сократить исследование цепочки ДНК с целого дня до 3 часов, что существенно облегчит задачу поиска доноров костного мозга и лекарств от аутоиммунных заболеваний. Это стало возможным благодаря микрочипу Fluidigm, который может исследовать образец в 1000 раз меньше, чем капля воды. Также заслуживает места в нашем списке и незамысловатая, но очень полезная технология Samsung Safety Track, о которой мы рассказывали в одном из наших выпусков новостей. Технология призвана помочь повысить безопасность обгона больших фур. Спереди на грузовике устанавливаются камеры, а сзади большие экраны, на которые проецируется картинка. Благодаря этому водители, обгоняющие фуры, могут удостовериться в том, что полоса встречного движения свободна и безопасно выполнить маневр. В ходе первого испытания грузовик Safety Track успешно преодолел 1000 км. Сейчас Samsung совершенствует эту технологию и взаимодействует с аргентинскими чиновниками по вопросам ее широкого внедрения. А на этом все. Предлагайте свои темы будущих выпусков, подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами на hinews.ru и помните, знание – сила!